Всем привет! Сегодня я хочу с вами разобраться, чем же все-таки лучше наносить тональный крем. Кистью или влажным спонжем. Хочу устроить сегодня такой баттл. Одну сторону лица я накрашу кистью, а вторую спонжем, и посмотрим, где эффект будет лучше. К спонжу наношу примерно такое же количество тонального крема. Крем уже у меня закончился. Собственно, все. Давайте подведем итоги. На мой взгляд, нанесение кистью дает более плотное покрытие, плотный тон, и гораздо меньше расходуется тонального крема. В свою очередь, нанесение спонжем происходит быстрее, покрытие получается более воздушное. Если посмотреть на зону под глазами, то видно, да, что здесь покрытие гораздо лучше, чем здесь. И расход тонального средства, конечно, будет побольше. Кто точно победил, кисть или спонж? Каждый участник хорош в своем. Если вам нужен плотный слой, берем кисть. Если вам нужен воздушный слой, макияж на каждый день, то берем спонж. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!